Привет, здравствуй, как дела и так далее и тому подобное. Короче, лайфхак, как быстренько обновить, подкрасить, может быть, джинсы или джинсовую куртку, или просто какой-нибудь джинс. И что еще? Белые, может быть, белые сделать синим, может даже черным, может даже зеленым или красным. Собственно, вот джинсовая куртка. Вот примерно вот так вот она уже стала потихонечку до белизны уходить. Какой была, уже показать не смогу. Но стала так она как-то некрасиво сидеть, что ли. Вот. Седина у ней пошла. Некрасивая такая. Знаешь, бывают такие у каких-то мужиков таких алкогольного вида, да, может, удалось тебе повстречать таких. Вот они ходят в таких джинсовках сильно поношенных, и они не очень красиво как бы стареют. И мне это не нравится. Ей уже 10 лет этой джинсовки, и она смотрится охрененно теперь. Вот у ней теперь такой вот интересный голубой приятный оттенок. Она прям вот здесь, видишь, карманы они были белыми, а теперь они синие. Она такая вот прямо приятного синего цвета. В ней приятно ходить, она отлично выглядит на улице, на свету она прям играет. Идешь такой, и у тебя прям такая явно дорогая вещь на тебе, хотя на самом деле это просто джинсовка, которая уже старая, ее уже маленько стыдно носить. Так вот, что будем делать? Значит, максимально дешевая покраска. Я взял, ну, в моем случае тушь, это можно было взять чернила. Они у меня, тушь может повезет, и может быть даже там будет какой-нибудь индиго. Написано водостойкая, морозоустойчивая, 12 рублей. Бутылка была, кстати, неполная. Использовал ее немножко неправильно. Но я узнал, как это делать. Ну, в общем, придумал способ. Вот, короче говоря, берешь вот эту... Вот эту бутылку туши. И выливаешь ее в бутылочку, ну, какую-нибудь литровую, пол-литровую бутылочку, смешиваешь с обычной водой и хорошенечко взбалтываешь. Там есть такие маленькие комочки, вот, ну, в общем, лучше ее немножечко взболтать. Я потому что разные варианты пробовал на всяких там старых джинсах, которые не жалко, которую все равно выбрасывать, и разработал такой план. В общем, мы берем, как я уже сказал, вот эту бутылку туши либо чернил, смешиваем с водой, с литром, с пол-литра, без разницы, по большому счету, ну, лучше пол-литра, можно даже меньше, можно 300 грамм, можно, да, вот, полторашечку, то есть какую-нибудь пол-литровую бутылочку из-под пепси, допустим. Хорошенечко это все взбалтываем и ставим в сторонку. Дальше я беру джинсовку или джинсы, складываю ее в стиральную машину и ставлю режим стирки. Ну, в принципе, можно любой. Если джинсы или джинсовка уже старые, поношенные, то не страшно. Я ставил режим 90 градусов нагрев, чтобы вот эта вот тушь, да блин, что она все время падает, вот эта тушь, она хорошенько прогрелась в ткани. Вот, так как 90 градусов, мне не страшно, что она сядет, потому что она уже старая, она уже свое отсидела. Так, короче говоря, ставим режим стирки, и во время, когда стиралка набирает воду, если у тебя современная стиралка, естественно, добавляем туда в нее вот так постепенно вот этот вот нашу воду с тушью. Просто тушь заливать не стоит, серьезно, лучше разбавить с водой. И все, и проводим курс стирки, так скажем.
Можно полный, можно там, может, какое-то время, минут 5-10, чтобы она постирала это все дело. Вот. А потом выключаем стиральную машину. Тут можно просто поймать момент, когда она начнет сливать воду, чтобы машина не начала полоскать. Потому что полоскать нам не нужно, нам нужно только порастирать. То есть она равномерно везде, максимально равномерно перейдет на ткань. Все это хорошенько так вот, все это разбавится, разболтается, и она вот прямо идеально ляжет на ткань. Далее. Ну что, включаем центрифугу, высушиваем, вешаем на вешалку и ждем, когда это все дело высохнет. Когда она высохнет, можешь смело ее надевать и выходить. Да, надевать и выходить на улицу, цеплять девчонок, либо парней, кто-то там по кого тебе там нужно. Вот. И она еще будет немножечко так красиво вытираться. Если поэкспериментировать, добавить, скажем, две бутылки, три бутылки туши, либо чуши, как это там, чернил, то она может быть еще темнее, темнее, можно добиться очень темного, можно найти, может, даже какой-нибудь индиго, да, вариант, и она вообще будет очень интересного цвета. Тут все эксперимент. Я ее еще, наверное, буду подкрашивать, просто ради интереса, что она еще может. Вот, пока на этом все. Так, что еще? Что хотел сказать еще? По поводу закрепления, не знаю. Там, может быть, уксусом можно закрепить попозже, может быть, солью. Пока не знаю, пока не пробовал. Но на всякий случай просто ее потом не нужно стирать с отбеливателем, с отбеливающими стиральными порошками. Желательно стирать вручную, где там в ведре и все такое прочее. Ну, я говорю про старую джинсовку, которую уже не жалко, которую уже не знал уже, что с ней делать, потому что она выглядела паршиво. Сейчас она выглядит великолепно, и я в ней, так она у меня такая парадно-выходная теперь. Осталось дождаться когда-нибудь дождя, чтобы можно было в ней выйти прикольно и пофоткаться на улице, чтобы вставить эти фотографии в это видео. Вот, хотя, наверное, дня без дождя уже не будет в этом году. Ну, посмотрим. Короче, ух, ух. Сейчас, может быть, под музыку будут фотографии, а может, нет.